В некоторых регионах страны наблюдается перебои с ГСМ. Такие данные озвучил министр энергетики Булат Акчулаков на совещании в правительстве. По его словам, это связано с чрезмерно высоким уровнем потребления топлива. Министр заверил, что принимают меры по восполнению необходимого объема. По данным ведомства, запасы дистоплива составляют чуть более 320 тысяч тонн. В приоритетном порядке ГСМ сейчас направляют на посевные работы, уже затем на автозаправки и социально значимые предприятия, сообщили в пресс-службе правительства.